Проект «Народный контроль» запустили на 14 предприятиях на востоке Казахстана. Он позволяет людям с инвалидностью через камеры видеонаблюдения следить за безопасностью труда. 65 человек прошли специальное обучение и теперь помогают бороться с производственным травматизмом. С такой же целью в регионе создали свыше 700 советов по охране труда. В итоге с начала этого года факты несчастных случаев на предприятиях снизились на треть. Травмы получили 53 человека, и 4 из них погибли. В прошлом году пострадали 76 работников, 6 из которых не выжили. В целом, в стране, по данным профильного министерства, ежегодно из-за травматизма на рабочем месте инвалидами получается 900 человек, и еще 200 гибнут. Самая опасная отрасль – горно-металлургическая, поэтому в области принят проект по безопасности на производстве, цель которого – снизить травматизм до конца года на 5%. В текущем году в полицию нами передано 49 материалов специальных расследований для привлечения виновных лиц к ответственности. По 4 материалам проводится досудебное расследование. 75 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.